Советы ветеранов Новосибирской области получат поддержку областного правительства. Глава региона поручил своим подчиненным оказать содействие этим организациям. Помочь в оформлении заявок на гранты, проведении бухгалтерских операций и сдаче налоговой отчетности. По словам Андрея Травникова, для работы Совета ветеранов нужно создать максимально комфортные условия. Как в мегаполисе, так и в райцентрах. Если есть факты, когда муниципалитеты отказывают в предоставлении помещений для работы ветеранов, и мы будем на это реагировать и поправлять наших коллег. Есть и практика других форм оказания финансовой поддержки ветеранским организациям через финансирование, прямое финансирование совместных проектов. Ну, я поручу Министерству регионального развития изучить этот опыт. Я понимаю, что есть здесь некоторые тонкости законодательства, но раз в других регионах это получается, очевидно, и мы найдем возможность такую практику применять.